Канал «Новороссия», подразделение легендарного «Моторолы». Геннадий, к сожалению, приболел. Он сейчас не может здесь присутствовать, но мы продолжаем свое дело. И сегодня мы берем интервью, которое давно запланировали, интервью с матросом, которого вы уже знаете. Матрос был ранен в аэропорту. Расскажи, пожалуйста, что там было в последнем бою? Ну, так получилось. Скорее всего, у укропов была ротация. Они перемещались по взводке, начиная от монастыря. Мы их сопровождали, и они как бы вышли на гостиницу, стали видны. Мы по ним открыли огонь. Ну, так получилось сбоку с нового терминала. Я работал с АГС-а. Какая-то шальная пуля залетела, ну и сквозное ранение. Что хочу сказать. Я руководил, ну как бы, был командиром одного из объектов укрепрайонов, или как сказать, пунктов. В моем подразделении, вверенном мне, воевали бойцы-ополченцы с разных подразделений. Были ребята из группы ГИВИ, были оплутовцы. Что понравилось, ну как бы, я хотел бы отметить, дух боевого товарищества. Неважно, из какого ты подразделения, какие у тебя там взгляды, ребята хотели воевать, воевали, взаимовыручка полнейшая. Очень понравилось и то, что, ну, допустим, много молодых ребят во плоти, ну, некоторые из них не обстреляны. Ну, допустим, группы ГИВИ, был у меня такой боец, профессор, он их обучал там стрелять из гранатомета. Как бы все бойцы стреляли там с подствольных гранатометов, с АГС-а, с утеса, то есть с мух стреляли, со шмелей. Получилось так, что, допустим, весь коллектив небольшой, да, ну, который у меня был, он набрался навыков работы со всеми видами оружия. Ну, и все это бойцы, которые, ну, их обучали бойцы, которые прошли Славянск, которые уже по полгода воюют. Хотелось бы отметить ребят, ну, таких как профессор, охотник, Белый с группы ГИВИ, оплотовцы, командир роты Рыба, командир роты Град. Ну, особенно мне как бы по сердцу пришла рота Лешего. Такие ребята, как Байкал, Гарный, Ночка. Они, кстати, и сейчас воюют. Ну, это ребята вообще, ну, с кем я воевал, со всеми вместе. Оплотовцы делали ротации там. Хотел бы сказать, с ними не страшно пойти в разведку. Люди надежные. И, ну, еще хотел бы отметить, как бы по Тарасу Бульбе, ну, боевое товарищество. Ну, там было боевое товарищество. Ну, это очень ценно в армии ДНР, я считаю. Очень важно. Хочу, допустим, от этого всего, я хочу освободить свою родину полностью, свой Донбасс. Живу этим, быстро тут лечусь, дальше в бой. Мечта пройтись победным маршем по городу Славянску и по Николаевке. Николаевка до сих пор стоит перед глазами, как за 4 часа процветающий поселок, укропы просто раскатали в хлам. Люди гибли подъездами. Ну, простить не могу, никогда не забуду, блин. Отомщу, мщу и буду мстить дальше. И победным маршем пройдусь по Славянску. Вот мои такие основные желания. Отношение к укропам. Ну, по-моему, это люди-мутанты. Мутанты славянского мира. То есть славяне-мутанты. Что делает неизбежной нашу победу? Что делает нашу победу неизбежным? Желание людей, которые взяли в руки оружие, бороться с этими укромутантами. Брал в плен укропов. Поговоришь, вроде бы нормальный человек. Да? Но почему они разрушают наши города, убивают наших женщин, детей?
Не пойму, ответа не нахожу. Мы сделали свой выбор еще в мае. Мы будем жить от вас отдельно. Вы задолбали. Сказал бы грубее. Ну, блядь, ну не могу. Все-таки... Матрос, сейчас вот свидетельствует о том, что вот мы плавно идем к миру. То есть, возможно, что война в ближайшее время будет закончена. Я не думаю. Укропы сами же разорвут условия этого мира. Им надо все. Я уже как-то говорил в каком-то из интервью, что долго общался с жителями Западной Украины. Отличие от нас, мы допускаем другого мнения, а они, ну, наверное, из-за своего врожденного рагулизма, да, мутантизма, они не способны, ну, слышать какое-то чужое, другое мнение или дать, ну, возможность, чтобы люди жили по-другому, не так, как они. Це моє. Украина – це їхня. Она не наша общая, а це їхня. Поэтому, я думаю, война не закончится. И не мы, ну, прервем какие-то там мирные соглашения, мирные переговоры. А они будут их инициаторами. И их ждет, конечно же, возмездие. А вот твои личные планы, когда вот война все-таки закончится? Она же все-таки закончится. Ну, у меня дочка маленькая. Заканчивать школу, нужно учиться, пойду работать, зарабатывать деньги, как бы помочь ей дать старт в этой жизни. Вот такое мнение, ну, такое желание. Связывать себя с какими-то силовыми структурами, как многие говорят, ну, не собираюсь. В принципе, заставило взять в руки оружие только одно, вот это издевательство над личностью, да, издевательство над людьми в Одессе. Ну, просто меня это взорвало мозг. Ну, как так? С такими людьми, как можно вместе жить? Их надо просто гасить. Поэтому... После того, как закончится война, каким образом ты видишь их будущее, вот как управленец? Я думаю, честно говоря, ну как, личность свободна. Каждый выбирает, что он хочет. Я думаю, что им дадут возможность как-то себя проявить в каких-то силовых, контролирующих органах и прочее, прочее, прочее. Как вариант помощи полиции? Помощи полиции? Ну, это что-то как бы так аморфно. Что значит помощь полиции? Либо полиция, либо, ну, не дружинникам же ходить безоружным. Ну, а вообще, ну, как бы... Ну, это мое личное мнение. Я считаю, что всем ополченцам, ну, свобод после войны в ДНР должна быть, хотя бы для ополченцев, тех, кто с оружием в руках защищали свои деньги, землю, свобода ношения оружия. Они заработали это право, никого не там левых не поубивали, били только врага. Я считаю, что они имеют полное право, ну, остаться с оружием. Ну, я не категоричен, ну, это в принципе и не важно. Ну, я считаю, это свободные люди. Да, которые за свою свободу. Этого достойны. Да, этого достойны. Спасибо. Спасибо.